Итак, всем привет. По просьбе, выкладываю я поединок между Дэви и Бон Джови. Известные для меня игроки, скажем так, оба. Это знатные застрелечки за Астурию. За Астурию играет Бон Джови. Это групповой этап. Поединок группового этапа. По настоятельной просьбе. Красивая гора какая, обратите внимание. Ну, здорово. 25-й просьбе настоятельной выкладываю этот поединок. И тем более, что Бон Джови остался у меня за пределами освещения, скажем так. Павия, карта Павия. Итак, Дэви играет за ломбардов и куражится он здесь. Набрал он здесь два больших ашанагра. Посмотрите, стоят они по центру. Кроме этого, армия ломбардов представлена у нас, что получается, две хашки, это конные налетчики, вот они здесь спрятаны в лесу. Еще один конный налетчик находится на левом фланге. Ну, флангов как таковых я здесь не вижу, но тем не менее. Итак, копейщики-новобранцы в первой линии стоят, новобранцы с топорами, 2, 3, 4 новобранцы с топорами. Ломбардские топорники тоже в количестве 4. 4 ломбардских пикинера и гвардейцы Гастальда в качестве генерала. Кроме этого, припрятаны здесь копейщики-новобранцы. Еще один отряд, 2 копейщика-новобранца. За Астурию мы видим, что получается, конные налетчики 2 справа на правом фланге, 2 конных налетчика на левом фланге. Кроме того, левый фланг здесь у нас представлен в лесу воинами племен. Еще одним воином племен и двумя знатными застрельщиками. Правый фланг представлен также 2 воина племен и знатные застрельщики. Всего их 4. По центру 3 застрельщика мы видим. Королевские гвардейцы в количестве 3. Мощная такая центральная линия. И королевская конная гвардия в качестве генерала. Ну, слишком много, я думаю, застрелов здесь, конечно же, за Астурию. Но, тем не менее, тем более против ломбардов. Хотя, в принципе, учитывая, что здесь топорники, да, мы видим, я думаю, такой выбор он оправдан. Ну и что у нас? Ага, двигается у нас большой анагр. Да, двигается большой анагр. Что это вообще там за ребята? Ну-ка, давайте пошустрее. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Мы видим, что на своем левом фланге Бон Джови атакует конными налетчиками. Бон Джови, ёксалэмэнэ. Не без юмора игрок, однозначно. Конные налетчики также пытаются атаковать на правом фланге. Нету стрелков у ломбардов и могут бесчинствовать конные налетчики. Я думаю, возьми Бон Джови штук 6 4 хинетов и вместо вот этих вот мастеров засад, которых мастеров засад можно было спокойно вот разместить вот здесь вот. Стреляет арта, но мы посмотрим, насколько она. Ну и, соответственно, вынуждает эта артиллерия Астурию идти вперед. Ну и конные застрелы пока не могут справиться, поскольку поддерживают и здесь копейщики. Да, надо здесь Бон Джови, конечно же, как-то прижать все это дело. И достаточно будет 2 его конных налетчиков и 1 воин племен. Ну, а этих совершенно напрасно ведет он. Да, напрасно, конечно. Все-таки 2 знатным застрелам копейщикам следовало двигаться вот сюда. Пытаться отстрелять каву и отстрелять топоры. Вместо этого по тылам вязнет Астурия. Да, застрельщики стреляют. Все-таки расстановка. Знатные были бы лучше, наверное, в центре. Все-таки, мне так кажется, хотя... Ну и что здесь? Попались конные налетчики? Нет, не попались. Не попались, не попались. Нет, попались, бедолаги. Ну, стреляют, конечно, и второй отряд стреляет, и ускоренные воины племен бегут.
Но все, вот посмотрите, вот то, о чем я говорил, вот они открыты. Бегут ломбардские пикинеры. Да, понятно, они не атакуют знатных застрелов. Прекрасно понимает Дэви, что этого делать нельзя. Ну и сливает, здорово, ломбардских топорников здесь. И еще одни ломбардские топорники подходят. Они, конечно, сейчас разберутся с застрелами. Тем более, они уже отстрелялись здесь. Мне кажется, надо уже бы вот эту вот линию мощную, мечную было выставить вот так вот уже. И делайте, что хотите. Арта у нас лупит она по королевским гвардейцам. Посмотрите уже, как просадила она их. Обалдеть. Да, классно, знатные застрельщики расстреляли здесь. Просто замечательно. Под ноль вообще расстреляли ломбардских пикинеров. В принципе, все неплохо для Бон Джови складывается на вот левом фланге. Так, что у нас здесь? Здесь знатные застрелы. Да, допустили здесь новобранцы с топорами, ломанулись вперед и не позволяют отработать. Посмотрите, как растаскивает, да. Здесь вынужден атаковать. Здесь атакует один топор, второй топор. И, соответственно, тяжело здесь, конечно же, Астури будет с этими топорами справиться. Тем более, что жива еще ударка. И вот чардж проходит, да, проходит чардж на бедолаг королевских гвардейцев, просаженных уже артой и нехило просаженных. Да, и падают, умирают. Да. Под ломбардскими пикинерами. Хотя непонятно, что это за ломбардские пикинеры с мечами. Сейчас вот мы их видим, да? Хм, интересно. Ну и здорово, на левом фланге разбирается с ломбардскими топорниками. Бон Джови конными налетчиками их он здесь перегрел. Есть еще у знатных застрелов боезапас, и надо, конечно же, просаживать конных налетчиков. Но на правом фланге вообще не все так радужно. Все-таки вот эти вот два новобранца с топорами, они очень здорово завязали здесь кучу отрядов и перебили знатных застрельщиков. Хотя еще могли они стрелять. Продолжает пулять арта здесь. Бьет она в том числе и по генералу вражескому. Ага, и бежит сейчас гвардейцы Гастальда под убилкой ускорения натиска. Бьют они в спину королевской конной гвардии. Как раз перед тем, как артиллерия только-только выстрелила здесь. Ну и ломбардские пикинеры добивают здесь на пару с новобранцами топорами знатных застрельщиков. Ну и на данный момент, в общем-то, очень здорово Астурии как бы обстоят дела, скажем так. Хотя нет, посмотрите, да, пока счетчик показывал, а нет, бегу, да, умирает генерал. Умирает генерал, бедолага. Да, топоры тут при поддержке ударки, конечно же, и генерала зарешали каву генеральскую. И здесь уже шансов для Астурии нету, но очень здорово, конечно, провел бой. Следовало, может быть, где-то вот на правом фланге. Все-таки правый фланг провалил. Посмотрите, вот эта вся масса ломбардов, она с правого фланга вся пришла. Ну, частично с центра, понятно, там где-то что-то остались, топорники, но... Ну, арта великолепно отработала. Обалдеть. Просто кошмар какой-то. Да, вот слил одного ломбардского пикинера. Здорово у Дэви, как всегда, отрабатывают застрелы. Ну, 40, 34, 29. Но они против кавы в основном бились, конечно. Ну и топорники. Топорников здесь куча была. 140, 90, 90. Ну, в принципе, учитывая, что в составе Астурии 7 застрелов пеших, в принципе, неплохой результат. Да, генерал вот не сыграл у Астурии. Две хашки не сыграли. Посмотрите, конные налетчики. Ну, 31 еще туда-сюда, с учетом, что там кава и эти копейщики были. Но, тем не менее, 79 отличный результат. Знатные застрелы. Ну, вот 70, да, хорошо. 55 все-таки, если бы это была чисто кава.
Это еще ладно. Ну а так, в том числе и топоров они отстреливали. Застрельщики, ну, замечательно. Не сыграли элитные отряды мечников. Один отряд кое-как, кое-что показал. Воин племен отлично один отработал. Ну и как бы, вот такие вот результаты. Давайте посмотрим второй бой. Теперь за Астурию играет у нас Деви. Играют на равнине. Ну, чисто такой конно-стрелковый состав у Астурии. Все копейщики стреляющие. Четыре это... Кто они? Один мастер засад, да. И эти вот дьяволы. Вечно я их забываю. Ну и за Мерсию. Ну, тут вообще куча копейщиков. Ну, в общем-то, оправдано, да. Посмотрите, 4 хашки, 2 королевских конника, 6, 7 кавалерий, 7 копейщиков, 4 пращи. Ну, интересно, как все это расставит. И 4 конника. Ну, это излюбленная тактика Деви при стрелковых составах. Вот такой центр делать. Здесь в центре застрельщики в количестве 4. Знатные застрельщики в количестве 2. Кроме этого, всего знатных застрельщиков у нас 4. Вот они распиханы по флангам здесь получается. А фланг правый представлен воинами племен. Это 2 отряда, да, копейщики и один знатный застрельщик. Кроме этого, конные налетчики и хинеты. На левом фланге 2 хинета выдвинуты вперед за воинов племен. Здесь же мастера засад на этом же. Вот посмотрите, в связке со знатными застрелами. Вот он, это левый фланг. Королевская конница по центру. 2 отряда и королевская конная гвардия в качестве генерала. За Мерсию расстановка. Интересная такая, 4 копейщика стоят, вообще прикрывают тылы. Еще 2 тена копейщика, посмотрите, расположены на левом и на правом фланге. Вообще весь центр начинается у нас с пращника Фирда в количестве 4. Кроме этого, вторая линия это королевские тены в количестве 3. Здесь же у нас отборные копейщики, если что, я так понимаю, отражать натиск кавалерии вражеской. 4 конника. Кроме этого, это королевская свита в качестве генерала и тены, мечники. Ну и давайте посмотрим, интересно мне, что же здесь происходило в этом бою. Ну, ожидаемо, понятно, своими конными налетчиками и хинетами пытается окружить армию Мерсии, за которую играет Бон Джови. Деви. Ну и правильно, конечно же, пращника Фирда вот отводит на фланге Бон Джови. Джон Леннон. Рик Уэйкман. Ну и удается окружить частично, да, выйти в тылы своими хашками Деви здесь. Ну и посмотрите, как выстраивает армию. То есть фактически она в окружении. Ну, конечно, кавой здесь не сунешься против застрелов. Но это же убийство. Ну, почему-то нету лучников за Мерсию. Я бы все-таки, наверное, хотя бы там, ну, 2 хотя бы, наверное. То есть, зная Деви, и ломится своими конниками. Здорово, но не добегают бедолаги. Посмотрите, все легли. Ну-ка, еще один отряд. Сейчас залп. Нету залпа? Нету залпа. Здорово. Второй добежал. Очень классно. Третий добежал. Но до знатных дотянуться тяжело. И стреляют знатные, и просаживаются конники. Причем очень быстро. В рашевой манере действует здесь Бон Джови. Но этот раш, он, я думаю, ни к чему хорошему не приведет, поскольку застрелы-то, в общем-то, свои деньги отрабатывают знатные застрельщики. Они, посмотрите, и в ближнем бою, и
Да, посмотрите, как классно получается момент. Да, конники хоть и мигают, но они окружили отряд знатных застрелов. И сейчас они им здесь пытаются навалять. И пока успешно. Хотя и мигают уже бедолаги. Ну, то есть, получается, окружен, окружена Мерсия. И что тут, прачников Фирда на них внимания даже не обращает. Дэви, даже он их не трогает, поскольку, с одной стороны, это... Да, очень здорово. Посмотрите, как в спину здесь выхватывают эти товарищи хинеты. Ну, вот надо, вот. Эти хинеты успевают еще и пульнуть, по конникам двух убить. Еще и здесь хинеты. Ну, сейчас, да, просядут там эти прашники, хана им. По центру здорово врубается у нас своими мечами. Ну, только непонятно, зачем прашниками Фирда, но тем не менее. Королевская свита бежит, но здесь кто у нас? Знатный застрел, и сейчас будет залп. Ну-ка, будет он? Да, будет. Просаживают, и очень здорово просаживают. И воины племен еще успели кинуть. Да, здесь 3 в 2, конечно, одолеет здесь Мерсия их, но тем не менее. Да, вот это вот окружение, вот, ну, видите, как здесь есть возможность у Астурии выходить в тылы. И сейчас, что тут, королевская конница, я думаю, она сейчас вот этих королевских тенов черженет. Нет? Может быть, я ошибаюсь. Надо сначала дать залп за стрельщиками, да? А, да, королевские тены здесь, они бегут, видите? И здесь, да, самый момент для того, чтобы кинуть застрелом, ну и королевскими конниками, потом прочаржить все это дело. Что у нас, прачники Фирда отстреливают, да, пытаются королевскую конницу на правом фланге. Тут очень быстро развиваются события, да, разобрались здесь с прачниками в тылах, застрельщики Астурии. Добиваются здесь тены королевской конницей. Ну, понятно, что конникам против королевской конницы просто тупо не выстоять. Ну и прашники как-то так посливались, скажем, уж так будем честны. Вот, да, чаржит королевской конницей, но понимает Дэви, что здесь подходят копейщики Фирда, ничего хорошего из этого не выйдет. И очень здорово замедляет, посмотрите, как королевских конников прашники стреляют им в спину. Ну, замечательно просто. Просто замечательно. Да, что вы щиты подняли? Не с той стороны. Бац, упал. Бац, упал. Нет, все-таки проща против кавы. Это сила, конечно. Ну и решил Дэвиди, что уж делать. Брошу-ка я их в бой, наверное, да, на королевских тенов. А там будь что будет, поскольку вот левый фланг-то Астурия против Мерсии зарешала. Кроме этого, подходят хинеты и добивают они остатки здесь прачников Фирда. Счетчик нам показывает, что пока преимущество за Мерсией, но это всего лишь благодаря вот этим вот стрелкам, которые сейчас дорезаются. И очень здорово здесь королевскую конницу, блин, добивает Бон Джови, просто классно. Да, все-таки даже Раш с угрозой и с реализовавшимися моментами чаржа в тылу, он для Мерсии не настолько уж и страшен. Но я думаю, все-таки слишком мало все-таки мечников было взято за Мерсию. Возможно, это у меня такой вот... Потому что 7 копейщиков, ну, наверное, тогда должна была быть другая тактика. Буду благодарен в комментариях, если люди расскажут. Ну и вот она, гроза выходит. Королевская конница, посмотрите. Сейчас она будет чаржить в тылы. Либо королевских тенов, либо вот еще одних королевских тенов можно чержануть. Здесь застрелы, хинеты отстреливают они. Да, на бегу ловит. Королевских тенов королевская конница. И хана, конечно, им. Да, сейчас подойдет генерал, но... Причем и обилка-то у генерала не та совсем. Но нет, здесь бой более, конечно же, упорный, нежели мы видели предыдущие там с ломбардами. Да и там тоже нехило. Но вот все-таки вот этот чарж, посмотрите, он королевских тенов слил. Что толку им сейчас давать вот эту вот обилку? Которая, что там она дает-то? Натиск, скорость натиска, усиление. То есть она им тут не нужна. Ну и отстрелялись хинеты, чаржат они в спину генерала королевскую свиту.
Я так подозреваю, Бон Джови просто забыл поменять обилку с ускорения натиска на вот эту вот готовность, да, которая дает бонус атаки против Кавы. Ну и очень стойкая, конечно же, фракция Мерсия. Здесь еще вот хинеты стоят, хотя могут они, конечно, здесь своим помочь. И Королевская конная гвардия. Бедолаг королевских тенов прочаржила в спину. Ну, здесь уже расстановка мал-мал неудачная. Причем досталось здесь, я так вижу, в основном копейщикам, и нехило досталось. Ну и держится Мерсия. Да, я думаю, будь больше здесь мечей, конечно, и шансы Астурии были бы здесь гораздо меньше. Королевские тены. Ну и где же любимая Иберийка? Или она только против данов, да? Королевская конница добивает остатки королевских тенов. Конечно, им тут не выстоять. Ну, что тут скажешь? Признает поражение Мерсия. Да, не сыграли тены. Посмотрите, копейщики тены. Сыграл генерал хорошо, конечно. Королевские тены 2 сыграли. Ну, понятно, вот этот бедолага слился. Не сыграло 4 отряда из 20. Это прашники. Не сыграла конница. Один отряд феноменально. Для конников 96 это более чем. Ну и что у нас здесь? Да, знатные застрелы. 167, 101. Обалдеть, один слился. Королевская конница один из двух сыграл. Ну и два хинета, но они сыграли так, что просто обалдеть. 124, 142, генерал 233, обалдеть. Да, вот все-таки тот момент, что Мерсия билась в окружении, это сыграло против нее. Были отданы прашники. То есть, возможно, небольшой недочет был здесь в составе армии. И... скорее всего, будь больше, я думаю, мечей. И, ну, у Астурии нету луков, да. Можно было, конечно же, взять луков и попытаться пострелять. Там 4 лука вместо 4 парашников. И все-таки попытаться как-то выстрелить Астурию. Либо просадить хоть как-то застрел. Потому что, посмотрите, да, пришлось просаживать их в ближнем бою. Вот этих вот 4. В общем-то, из 8... 5 застрелов удалось по факту ликвидировать Мерсии. Но я думаю, будь луки в составе, все было бы, ну, гораздо, возможно, лучше. То есть 5 из 8, но тем не менее эти отряды накидали они, мы сами видели, они убивали в том числе и элитные отряды, это королевские тены. Соответственно, здесь такой момент. Отлично сыграли мастера засад. Вот два отряда, посмотрите, по 200 воины племен и мастера засад. Ну что ж, good game. Напряженная победа. Не далась она легко, однозначно, здесь Астурии. Классно сыграла Мерсия. Бон Джови вперед. Good game. Спасибо за внимание.